Здравствуйте, в эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Более 17 тысяч техногенных пожаров, 83 происшествия на водных объектах и около 4 тысяч дорожно-транспортных происшествий, на которые мы вместе с вами реагируем. Единая дежурная диспетчерская служба «Люберец» стала лучшей в Подмосковье. Это второй объект, а вторая школа, которая строится в микрорайоне. Что еще помимо второй школы построят в жилом комплексе «Томилино парк», расскажем в сюжете. На этом аппарате можно проводить и другие современные методы лечения, именно хирургического лечения наших пациентов. В Люберецкой областной больнице открыли ангиографический комплекс. Вкладываю сюда душу свою, чтобы отправить бойцам на фронт, передать немного тепла. Люберецкие активисты в честь праздника для участников СВО подготовили сладкие подарки. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств рассказали об итогах проделанной за отчетный период работы. Подробности в следующем сюжете. 2300 обращений граждан поступило в межмуниципальное управление МВД России Люберецкая на прошлой неделе. Из 36 уголовных дел, возбужденных за отчетный период, 28 раскрыто по горячим следам. В своем докладе начальник ведомства Евгений Романцев в очередной раз обратил внимание на такую проблему, как дистанционное мошенничество. Одну бабушку 49-го года обманули на квартиру, которая в течение 3 месяцев снимала деньги, продала квартиру и оставалась без жилья. Сейчас у нас также каждый день практически 500-600 тысяч наши пенсионеры как-то слушают кого-то, какие-то пенсии у них там, карточки блокируют, счета блокируют, они идут, снимают свои деньги и отправляют мошенникам. На территории обслуживания Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона произошло 6 возгораний. 5 происшествий зафиксировано в черте городского округа. Есть погибшие. 18.02, 12 часов 8 минут, Томилино, Пионерская, дом 8, многоквартирный жилой дом. В одной из квартир горели личные вещи, предметы мебели на площади 10 квадратных метров. К сожалению, не обошлось без погибших до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Погибла женщина 34-го года рождения. Система ЖКХ городского округа Люберцы работала в штатном режиме. Неделя прошла без аварийных отключений подачи тепла, газа, воды и электроэнергии. В многоквартирных домах проводят работы в рамках региональной программы по капитальному ремонту. Многоквартирный дом по улице Льва Толстого, дом 17. Там производится ремонт фасада с установкой вентилируемого фасада и утепления. Также данный вид работ ведется по адресу улицы Мира, дом 11 и Коммунистическая, дом 18. На этой неделе стартовала Масленица. В Люберцах запланированы мероприятия, посвященные этому празднику. Концертная программа с традиционными играми и забавами, ярмарками и мастер-классами пройдет 26 февраля в Центральном и Наташинском парках. Начало в 12:00. Масленичные гуляния состоятся и в каждом поселке городского округа. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Реутове подвели итоги работы Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На встрече рассказали о знаковых событиях 2022 года и обозначили главные задачи на предстоящий период. Подробности в материале моих коллег. 2022 год оказался богатым на юбилейные даты в сфере МЧС. Государственному пожарному надзору исполнилось 95 лет, а гражданской обороне Российской Федерации – 90. За почти вековую историю эти системы стали неотъемлемой частью национальной безопасности страны. На собрании, посвященном подведению итогов года, говорили о заслугах каждой структуры, стоящей на страже жизни и здоровья граждан. Прошедший год стал еще одним из самых неординарных и сложных годов. Мы столкнулись с колоссальными вызовами, мы научились жить и работать в таких жестких условиях, решать сложные задачи и смогли это сделать благодаря нашей сплоченности. За прошедший год на территории области произошло 8 чрезвычайных ситуаций. Более 17 тысяч техногенных пожаров, 83 происшествия на водных объектах и около 4 тысяч дорожно-транспортных происшествий, на которые мы вместе с вами реагировали. За этими сухими цифрами стоит круглосуточная работа людей. Сотрудники МЧС, которые отличились на службе, получили награды. Звания заслуженных спасателей, медали, почетные знаки и благодарственные письма. Медалью за спасение погибавших награждается
Старший прапорщик внутренней службы Орлов Алексей Валерьевич. Помощник начальника караула 35-й пожарно-спасательной части 38-го отряда. Отметили труд тех, кто помогает координировать работу экстренных служб. На встрече подвели итоги конкурса ЕДДС Подмосковья. Среди муниципальных образований с численностью населения более 250 тысяч победу одержал городской округ Люберцы. Конечно, это заслуга всего коллектива единой диспетчерской службы. Я поздравляю и руководителей, непосредственно всех, кто работает 24/7 на связи с нашими жителями. Любая нештатная ситуация, любая авария, любая сложная оперативная обстановка, тут же реакция, связь со всеми службами, которые должны взаимодействовать, и все подключены. Еще одно предприятие городского округа одержало победу в другом конкурсе. Коллектив Люберецкого водоканала наградили за лучшее защитное сооружение гражданской обороны вместимостью от 150 до 600 человек. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В жилом комплексе «Тамилина парк» появится второй детский сад и еще одна школа. Ход строительства социальных объектов проинспектировал Владимир Волков. Многоэтажки в этом микрорайоне заселяют одну за другой. Чтобы новоселам жилось комфортнее, застройщик уделяет особое внимание строительству социальных объектов. Уже осенью на территории ЖК «Тамилина парк» откроют детский сад на 360 мест. Инженерные коммуникации внутри здания уже провели, рабочие монтируют систему отопления и вентиляцию. Вот этого детского сада планировался изначально по контракту конец 2023 года, но застройщик вот только что доложил о том, что сроки будут сокращены. Мы просили, чтобы к 1 сентября этот объект был введен. И пока на данный момент темп строительства и график строительства соответствуют этим срокам. Уже в начале следующего года в микрорайоне откроют и школу на 900 мест. Фундамент здания готов, строители ведут монолитные работы. Это второй объект, вторая школа, которая строится в микрорайоне. Строительство его началось, в принципе, еще в начале, наверное, прошлого года. Но в связи с событиями, да, которые у нас произошли в стране, серьезными, объект некоторое время велся с недостаточной скоростью. Сейчас мы его полностью запустили. Также в ЖК «Тамилина парк» построят поликлинику смешанного типа на 540 посещений в смену, физкультурно-оздоровительный комплекс, еще одну школу, два детских сада, здание отдела полиции и многоуровневой парковки. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Еще один ангиографический комплекс начал работать в Люберецкой областной больнице. Теперь врачи регионального сосудистого центра будут оказывать экстренную и плановую медицинскую помощь большему количеству пациентов. О преимуществах нового аппарата в нашем сюжете. Еще несколько месяцев назад здесь не было ничего. Строители выполнили перепланировку помещения, стены обшили свинцовыми панелями для защиты от излучения и установили аппарат для рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Данная аппаратура очень эффективна и позволяет работать в любой плоскости с больной, как и на сердце, на головном мозге. Стол, он может двигаться в любой плоскости. Также может двигаться труба в разной плоскости. Это все управляется с пульта, что очень комфортно для оперирующего хирурга. У него разрешающая способность выше, и мы надеемся на то, что улучшится качество оказания медицинской помощи и его диагностика. На этом аппарате можно проводить и другие современные методы лечения, именно хирургического лечения наших пациентов. На экране отображаются ЭКГ пациента, давление, уровень сатурации кислорода в крови. В соседнем кабинете за ходом операции следят врачи. Это позволяет назначить более эффективное лечение патологий. Первых экстренных пациентов с коронарной болезнью сердца, артериальной патологией ног, аневризмой аорты и сосудистой патологией головного мозга уже готовы принять. Ангиограф располагается на первом этаже, и поступающий пациент, положим, с инфарктом либо с инсультом, направляется в рентгеноперационную, минуя приемное отделение, и оперативное вмешательство осуществляется в самые сжатые сроки. Установка в сосудистом центре второго ангиографа увеличит количество обследований и плановых пациентов, которые подвержены высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь» – неотъемлемая часть празднования Дня защитника Отечества. Жители городского округа Люберцы собрались у памятника воинской славы, чтобы поклониться павшим героям. Как прошла церемония, расскажет Луиза Егиазарян.
У подножия памятника воину-освободителю выстроился почетный караул. И тут последние приготовления перед торжественным возложением цветов. К вечному огню уже подходят люди, для которых 23 февраля – особая дата в календаре. 35 лет отдал советской армии, 31 год в составе института российской армии. Занимался беспилотной тематикой. Наша легендарная непобедимая армия отмечает 105-ю свою годовщину. Она прошла славный путь. И в настоящее время наша российская армия, являясь преемственницей советской армии. Сегодня день великий. Я желаю всем люберчанам и всем жителям Московской области доброго здоровья, взаимопонимания, любви. Перед церемонией возложения цветов все, кто собрался у мемориального комплекса, почтили память павших защитников Отечества минутой молчания. Право первыми возложить цветы предоставили главе городского округа Люберцы Владимиру Волкову, председателю Совета депутатов Владимиру Ружицкому и депутату Московской областной думы Лидии Антоновой. За ними последовали общественники, ветераны военной службы и боевых действий, народные избранники и жители городского округа. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В честь государственного праздника в городском округе проходят тематические встречи, патриотические мероприятия и концерты. На главной площадке работала съемочная группа нашего телеканала. Бессменная локация концерта ко Дню защитника Отечества – Люберецкий дворец культуры. Атмосфера праздника чувствуется сразу с порога. Гостей встречает оркестр. Этажом выше тематическая выставка и мастер-классы от юнармейцев и воспитанников кадетской школы. А в зале уже тем временем собрались главные гости праздника – ветераны и участники Великой Отечественной войны. Это праздник не только советской армии или мужской. Это праздник всего великого советского и российского народа. Я хочу, чтобы у всех все складывалось в жизни хорошо и чтобы самое главное, было мирное небо. Я жалею сейчас тех ребят, которые с нами не присутствуют, а находятся на передовой. Я очень переживаю. Концерт начался с торжественного выноса флагов Российской Федерации, Московской области и городского округа Люберцы. После этого в зале Дворца культуры прозвучал гимн страны. Сегодня мы отмечаем наш государственный праздник – День защитника Отечества. В этот год, как и в прошлый год, он звучит по-особенному. И, конечно же, сейчас мы все находимся в состоянии глубокого уважения к тем солдатам, офицерам, добровольцам, которые защищают рубежи нашей Родины. К сожалению, большому сожалению, если мы посмотрим на государство российское, на государственность, постоянно приходится защищать, жертвовать жизнями, проливается кровь. И сегодня это не исключение, поэтому сегодня хочу сказать всем, кто стоит на страже защиты Отечества, огромное спасибо. Я сегодня говорю всем огромное спасибо всем, кто помогает, чем может сегодня проведению специальной военной операции. Жителей Люберец поприветствовали также депутат Московской областной думы Игорь Каханный и военный комиссар Александр Королев. После минуты молчания, объявленной в память о погибших защитниках Отечества, началась творческая часть концерта. На главной сцене округа прозвучали песни, посвященные России и ее защитникам. Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Более 3000 жителей Люберец приняли участие в митинге-концерте в поддержку участников специальной военной операции, которая началась год назад. Со сцены звучали песни и слова поддержки в адрес российских бойцов. На мероприятии работал Богдан Колесников. В Наташинском парке с утра многолюдно. Волонтеры раздают значки и флажки. Высказать слова поддержки российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, хотят все. Чтобы все возвращались с миром, с победой. Я очень люблю Россию.
Россию. Мы с ними, мы их поддерживаем, мы переживаем за них, мы их любим и молимся все время за них. Ребята, скорее возвращайтесь домой. Вас ждут родные семьи. Поддержать участников СВО пришли ветераны боевых действий, учителя и врачи, члены общественных и молодежных организаций, представители власти. Наши земляки находятся на территории Украины, защищают рубежи нашей Родины, рубежи новых регионов. Там, где на протяжении последних 8 лет уничтожалось все русское, все, что близко любому русскому человеку по духу, по совести, по чести. Самые тяжелые времена наш народ вставал плечом к плечу для того, чтобы сплотиться и для того, чтобы победить. Вместе мы сила, вместе мы победим. Мы едины, мы все едины, и мы поэтому непобедимы. Поэтому, друзья мои, я искренне желаю каждому из вас здоровья, благополучия и мира всем нам. На патриотическом концерте выступили заслуженные артисты Московской области, творческие коллективы округа. Митинг завершился исполнением государственного гимна Российской Федерации. Своих не бросаем! Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Активистки местного отделения Союза женщин России испекли для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, имбирные пряники. Акцию посвятили Дню защитника Отечества. Идея испечь и отправить на передовую пряники принадлежит Люберецкому отделению Союза женщин России. Акцию в округе проводят второй раз. Люберчанки уверены, это порадует и согреет душу солдат, напомнит о семье и доме, о том, что их ждут. Я первый раз делаю такие пряники, вкладываю сюда душу свою, чтобы отправить бойцам на фронт, передать немного тепла. На один день превратилась в художественную мастерскую общественная приемная «Единой России». Участники расписывают пряники, изображают солнце как символ масленицы и напоминание о весне, и, конечно, рисунки ко Дню защитника Отечества. Немножко соприкоснулся вот с ребятами, с детьми. Ну, как-то там у меня что-то получилось. Ну, по крайней мере, точно могу сказать, может, не совсем красиво, но точно съедобно. Они такие оригинальные, и это все нанесено собственными руками вот ребят, которые здесь вот находятся в этом зале. Я думаю, что наши ребята, бойцы, когда получат, ну, это будет какое-то удовольствие. Сладкие подарки упакуют и доставят в зону СВО. Их вручат мобилизованным люберчанам вместе с письмами и очередной партией гуманитарной помощи. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. 23 февраля – это дата, когда вспоминают о подвигах ушедших героев и чествуют людей, которые неоднократно доказывали право называться защитником Отечества. Один из таких – люберчанин Сергей Павловский – принимал поздравления от главы городского округа. В гостях у воина-интернационалиста побывали и мы. Можно сказать, пехота. За событиями на Украине Сергей Павловский следит вместе с сыном. 12-летний Кирилл пойдет по стопам династии и тоже станет военным. Вдохновили рассказы о дедушке летчике-истребителе и папа, который изредка рассказывает о своем боевом пути, но делится только позитивными воспоминаниями. Рассказывал нам об разных историях, как они там с собачками играли, гуляли. У папы было там 3 овчарки. За плечами Сергея Витальевича учеба в Московском высшем общевойсковом командном училище имени Верховного Совета РСФСР и должность командира роты в комендантском полку. А потом война в Афганистане, где он 2,5 года занимался сопровождением военных колонн. И Чернобыльская АЭС, где пришлось бороться уже с невидимым врагом. Ты заходишь на территорию, ты не знаешь, что там. И когда ты чувствуешь только вот это вот присутствие, вот это вот заражение, это во рту привкус металла. И когда солдаты разбрегаются, у меня получилось так, что мне было 29 лет, да, 29 лет, а у меня батальон был из солдат, которым было 50 по 55 лет. Ну, сами понимаете, да, молодой и такой контингент. Весь путь Сергея Павловского отражен на его кителе. Орден за службу Родине в вооруженных силах СССР, медали за отличие в воинской службе, воину-интернационалисту, участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и самая дорогая для него – за боевые заслуги. Дай Бог здоровья, чтобы вот такая энергия. Вы же сейчас на «Звезде» работали? Да. Чтобы коллектив «Звезды», он профессиональный, такой сплоченный. Хороший коллектив. Да, это дает и сил, так, по-мужски, по-настоящему.
и энергию позитивную, вот, чтобы она всегда была, чтобы здоровье не подводило. Ну и с 23 февраля с наступающим. Спасибо большое. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Во Дворце детского творчества провели встречу, посвященную Дню памяти воинов-интернационалистов. Говорили о патриотическом воспитании, мужестве и подвигах люберчан-участников афганской войны. Тему продолжит наш корреспондент. Во Дворце детского творчества собрались ученики из разных школ округа. Во время их выступления гости не сдерживали слез, сравнивая день окончания вывода советских войск из Афганистана с Днем Победы. Около 500 люберчан приняли участие в афганской войне. Один из них – Владимир Степанов. В 80-м году, уже зимой, я в составе своего батальона пересекал границу с Афганистаном. Никто не думал, что столько лет продлится эта война. Думали, что это будет гораздо быстрее. Домой Владимир Степанов вернулся хорошо, спустя год и 8 месяцев, живой и здоровый. Но радость пришла не в каждую семью. 28 люберчан, исполнявших интернациональный долг, родные не дождались. Один из них – выпускник 6-й школы Алексей Мазгутов. Его призвали в 81-м году, 2 апреля. Он был разведчиком и умер, пытаясь спасти рацию. В нашей школе есть музей, в котором отдельный раздел посвящен ученикам, которые участвовали в афганской войне. Я горжусь тем, что учусь в школе, где были они. Такие концерты-встречи в Люберцах проводят регулярно. В следующем году ее посвятят юбилейной 35-й годовщине окончания вывода советских войск из Афганистана. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах идет масленичная неделя. 7 дней жители городского округа пекут блины, принимают участие в тематических мероприятиях и готовятся к Великому посту. Представители старшего поколения, приступая к празднованию, не забыли пригласить нашу съемочную группу. Старт масленичным гуляниям дан. Заряд позитивного настроения подарил фольклорный ансамбль «Тамилинская слобода». В зале Дворца спорта «Триумф» собрались люди, которые ведут активный и здоровый образ жизни. Отмечать все праздники вместе для них уже традиция. Вижу, что вы прекрасно выглядите, благодаря в том числе занятиями в рамках проекта «Активное долголетие». Вот. От себя могу только пожелать, чтобы вы вот такой дружной компанией продолжали двигаться по жизни. Мы для этого будем прикладывать максимальные усилия. Гости праздника – участники проекта «Активное долголетие», которые посещают спортивные и творческие секции, а также подопечные физкультурно-оздоровительного клуба «Надежда». Сегодня в нем занимаются около 80 человек. Адаптивный спорт у нас представлен именно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому возраст этих людей, ну, порога мы понимаем, да, практически не существует. Поэтому возраст разный, а занимаются их, вот начиная там от самых разных творческих профессий, да, заканчивая там, не знаю, поварами, техниками, там, какими-то учеными, да, и так далее. В первый день масленицы всех ждали викторины, познавательные беседы и концерт. А в конце встречи по программе чаепитие с главным праздничным блюдом. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания.